Сегодня во Дворце Союзов проходит крупнейший международный форум «Россия и исламский мир. Партнерство во имя стабильности», приуроченный к 40-летию организации «Исламская конференция». В колонном зале собрались видные общественные деятели, духовные лидеры, политики России и стран, входящих в ОИК. В течение целого дня делегаты будут обсуждать актуальные проблемы, а также дальнейшие перспективы сотрудничества. Участники нашей конференции, дорогие братья и сестры, друзья, сердечно приветствую вас с братским приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословения. Мне приятно видеть на нашей конференции многочисленных гостей из дальнего зарубежья, стран Содружества независимых государств, высоких государственных и общественных деятелей России, посланцев от ее различных религиозных конфессий, деятелей науки, культуры, бизнеса. Столь представительный характер нашего интернационального собрания – замечательное свидетельство того, что его главная идея получила широкое международное одобрение и поддержку. И я горячо надеюсь, что конференция даст новый заметный импульс делу углубления разностороннего и плодотворного сотрудничества России со странами исламского мира. Мы уважаем исламский мир, уважая наши мусульманские общины в Москве, стремимся создать условия для того, чтобы каждый мусульманин мог в полном объеме отправлять все свои религиозные потребности, чтобы культура разных наций здесь, в Москве, которая насчитывает много-много вековую историю, не угасала, не интегрировалась в какое-то сообщество, а было самобытным, было уникальным и создавало не проблему, как кто-то считает, а создавало то многообразие и то богатство красок, богатство культур, богатство танца, богатство языков, которые формируют особый класс человеческого общества. И этого ни в коем случае, ни при каких условиях не следует опасаться. Это та красота и то богатство, которое делает нашу жизнь интересной и разнообразной. Доставляет огромную радость принимать участие в международной конференции «Россия и исламский мир. Партнерство во имя стабильности», проходящей под патронажем президента дружественной нам Российской Федерации Дмитрия Медведева конференции, в которой принимают участие именные исламские ученые и исследователи. Очень хорошо, что в этом исламском форуме принимают участие досточтимые исламские улемы, ученые, объединенные едиными благородными целями. Следует отметить, что конференция проходит в непростое для современного мира время. Участие государства Кувейт в этой исламской конференции ставит своей целью укрепление принципов мирного сосуществования, диалога и умеренности. Особую признательность я хотел бы выразить президенту Российской Федерации господину Дмитрию Анатольевичу Медведеву за одобрение инициативы проведения
сегодняшнего мероприятия. Полный случай, среди меня также хотелось бы передать сердечное приветствие президента Азербайджанской Республики господина Ильхам Алиева в адрес конференции и уважаемый юбиляр Равиль Гайнетдинов, а также его поздравления представителей ислама со священным праздником Рамадан. Наше участие в сегодняшней конференции – это знак огромного уважения и признательность российскому государству, его великому народу, который из поколения в поколение приумножает свои духовные наследия, обогащая исламскую цивилизацию. Мы благодарны Аллаха за то, что в поворотный и судьбоносный период для наших народов и религии в наших рядах всегда были и есть видные религиозные деятели, отстаивающие этот путь. Один из таких – мой брат, муфти Равиль Гайнетдин. В течение многих лет моего председательства я, как шейх ислам, поддерживал связи с многими религиозными деятелями нашей современности. Это испытанные годами дружеские и братские отношения продолжаются по сей день. Один из таких ярких личностей, славный сын татарского народа, талантливый ученый, признанный религиозный деятель России и мусульманского мира Равиль Хаджатлари. Дорогой Равиль Хаджатлари, от имени мусульман Кавказа и лично от своего имени сердечно поздравляю вас с 50-летним юбилеем. Желаю вам всех благ от Всевышнего Аллаха. Да пребудет с нами милость Всевышнего и Его благословения. Всех наших добрых дел и начинания. Аминь. И я благодарен вам тоже, что вы меня поздравили. У меня 60 лет, ну я молодой еще, но так что спасибо вам, да. Равиль, еще раз я поздравляю вас. Но у нас, я привез подарки, она так огромная, сюда не вошел. Я там сдал, значит, его помощнику, поэтому, да. Еще раз поздравляю. Шейху исламу, чоп яша. Я коротко. Сердечно поздравляем нашего уважаемого Аллаха Шукур-Пашазаде. Я, дорогие участники конференции, горжусь тем, что мы дружим с нашим учителем, с нашим глубоко уважаемым шейхом Аллах Шукуром Пашазаде уже многие-многие годы. Вместе трудимся во благо ислама, во благо наших народов, во благо наших стран. И в связи с его 60-летием делегация мусульман Российской Федерации также прибудет, иншаллах, в Баку и будет участвовать также на международной исламской конференции в Баку. Поэтому наши поздравления еще впереди, а сейчас, дорогой наш шейхуль-Ислам, прими, пожалуйста, от нас цветы.